Всем привет, второй обзор из линейки Hot Cat энергетические напитки. Кошатник такой устроили они. Кран, кранберри, кран. Это кран, подъемный кран, поднимают, выпивают и на кране работают, наверное. Не знаю, с чем кранберри. На варенье похоже. Какое-то варенье. О. Не знаю, что это такое. Ну, вкус поприкольнее, чем вот у Барбари. У Кранбери лучше вкус. Хорошее такое варенье. Размешали с водой. И загазировали. Это со вкусом клюквы. Клюква? Да. Переводчики. Да, я чувствую эту клюкву. Есть Red Bull с клюквой. У Red Bull с клюквой клюква сильнее чувствуется. А тут клюква более молодежная, более конфетная. Вот. Лучше, чем первый энергетик, вот этот. Зеленый с грейпфрутом, я его не пробовал. С грейпфрутом у меня щегол выпил один. Так. Прикольный. Похоже на ион, который... Гранат. Гранат с чем-то. С имбирем. Есть что-то схожее чуть-чуть. Дизайн классный. Молодежный очень. Hot Cat. Название легко запоминающееся. Горячий кот, наверное. Переводится. Холодненько. Хорошо пьется. Нету приторности, не противно. Не знаю, как оно вставляет. Если часто пить, что, будет ли что-то, не знаю. Горячая кошка. Фолацин какой-то тут есть. Первый раз вижу фолацин. Есть ниацин, а есть фолацин. Что такое фолацин? Что-то новенькое. Гуарана. Таурин, кофеин. Оно такое по цвету-то. Розовое. Зато от энергетики 6,5 баллов ставил. Этому я поставлю 7,5. Что-то новенькое во вкусе хотя бы у энергетиков. Какую-то нишу этот занял, 7,5 баллов. Вкусненький, хорошенький. Вот этот берите, классный. Кому понравилось, ставьте лайки. Просмотров у меня мало на энергетике, но они набираются очень плавно и постепенно. Пока.